Ты переводишь по 100 тысяч Навальному каждый день? Или как часто? Ну, а я транзитом перевожу. Вот недавно сейчас, кстати, пришла там хорошая сумма ему. Ну, я же привожу не револютом, а тебе переводят PayPal. Деньги? Да, того, ну, те, кто боится напрямую. Ты, получается, полиция. Такой... И ко мне иногда приходят на улицу, просто кладут двадцатку или... Нетрезвый человек просто говорит, вот просто, вот пусть эта двадцатка, блядь, попадет туда. Навальному? Да. Сколько ты пропускаешь вот за год? Сколько ты через себя пропустил денег для Навального? Ну, в общей сложности там шестизначная сумма уехала. В фунтах? Да. Ну, не, я собирал это, когда была предвыборная кампания. Сейчас, так как нет дикого крика со стороны Навального, что нужны деньги, и, ну, пока нет крика, я и не собираю. Когда нужно будет, я попрошу.